А как ты? Подожди, ну, а может быть, рука другую машинку попросит, чтобы барабанщик перед выступлением улетел потом? Да, слушайте, я вам, короче, машинку не смогу дать. Потому что мне ее нужно заранее подготовить, потому что больше подготовить. Привет всем! Нет, она не пойдет, ребят, дружнее. Я понимаю, что нас не очень много, но все-таки... Всем привет! Здорово! Ну, хотя бы так. Начинаем очередной фестиваль Джемфест. Джемфест — это, как всегда, конкурс, это, как всегда, борьба за пирожки, призы, слоны, но я не знаю, как их еще называют. Мы сражаемся здесь, вернее, все участники сражаются за то, чтобы получить бесплатные репетиции от различных студий, ну и также сертификаты на бесплатную запись. Об этом чуть позже. Сейчас представляю первого участника, группа «Волчья лыка». Встречаем! Нет, так встречают. Группа «Волчья лыка». Спасибо, спасибо, мы группа «Волчья лыка». Мы сейчас начинаем, значит, нашу программу. А первая песня называется «Старик Митрофаныч» о нелегкой судьбе обычного санитара морга. Актуально! Thank you.
А следующая песня, на самом деле, очень жизненная. Называется она «Хорошо рожаться в январе». Ну и, в общем, слушайте ее. Непростой жизни черных негров, которые играли блюз на юге США где-то на первой половине 20 века. Черный, 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 черный
следующая песня о непростой судьбе моржа.